Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что получили гигантов. Ну что же, мы продолжаем с вами играть. Естественно, играть, друзья мои. Хочу посмотреть, хочу навалять врагам люлей. Так, ваша армия была атакована аборигенами. Подкрепление прибудет на закате. Продержитесь до подкрепления. Это у нас засада. Выживите до заката. Попробуем. До заката. То есть нам ничего не нужно уничтожать. Просто должны с вами прожить. Я постараюсь. Я попытаюсь. У нас с тобой есть, я так понимаю, гиганты. Это вот именно так они выглядят. Но вот кто лучше? Гиганты или маги? Мне почему-то кажется, что маги. Хотя если отправить, например... Что? Ты серьезно? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, друзья мои, по-моему, нам надо с вами убегать. Да ну, хорош. До заката, как тут определишь, когда тут закат? Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, я все время забываю, ребят, прокачать нашу базу. Блин, горелый. Так, все, давай вызывать. Нам совсем немножко нужно с тобой. Да как немножко? Множко нам нужно с тобой, очень множко. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, убегаем, иначе нам тут будет крышка. Так, лучники, выходите быстрее, валите этого гиганта. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, сколько он отнимает у нас здоровья на базе, а. А мои лучники как будто в штаны наложили, еле стреляют. Их там что, две штуки всего лишь? Я вижу, только две стрелы влетает. Почему так мало вас, а? Доживите до рассвета или до заката, я даже не знаю. Вот там солнышко уже садится. Блин, у нас, по-моему, ребята, здоровье на базе отнимается быстрее, чем у него ХП. Если сейчас еще приплыли, друзья мои. По-моему, мы все спеклись тут с вами. Ай, как же грустно это осознавать. Ну, кто его может завалить? Естественно, только маги. Ну, может быть, еще лучники, конечно, могут немножко нам помочь в этом деле, но я почему-то сомневаюсь. Да хорош! Ну что, вы серьезно, что ли? Не, друзья мои. Смотри, что делает, а? Смотри, что делает. Все, фейл. А как же нам тогда с тобой здесь быть? Ну, сейчас базу разнесут мне. Бамс. Вот тогда. Сначала, конечно, сначала. Я надеюсь, не сначала... Вообще все... Нет, я прикинь, самого первого уровня, если бы сейчас было бы. Так, ладно. Как-то нужно постараться. Лучники. Да, мне нужны, скорее всего, лучники. Мы отобьем с тобой первую волну. Ну, как-нибудь попытаемся, да, отбить. Именно за счет лучников. А пока там великан будет идти, мы, может быть, с тобой успеем насобирать именно на великана. Или даже на магов. Посмотрим. Так, один лучник у меня готов. Вон они и бегут, эти шитики. Так, может быть, конечно, мечников призвать. Но нет, все-таки надо лучника еще одного. Лучники у нас вроде бы более-менее крепкие. Да, я им колчан новый приобрел. Так, смотри, ну... Слушай, неплохо. Неплохо. Но вот плохо другое. Что идет к нам великан. Бежит просто, сломя голову, как сумасшедший. А мои пока тут добудут это. Так, мы можем, конечно, убежать и попробовать его добить. Совсем немножко, да, нам не хватило с тобой золота. Так, теперь уже три лучника, по-моему, да, три лучника. Так, секундочку. Ну, у нас, по крайней мере, есть с тобой запасик. Мы можем сделать копеечку, но я думаю, что не стоит. Не стоит этого делать. Так, выходим. Лучники мои, надеюсь, сейчас его добьют все-таки. Ну! Да какого же лешего-то? Давай, 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 родные мои, бомбим. Так, уничтожили. Ох, как же это сложно. Еще один идет. Там еще с подкреплением он бежит на этот раз. А ты понимаешь, да? Если мы сейчас срочно с тобой просто не позовем мага. Ну, маг один, наверное, тоже здесь ничего не решит. Нам, наверное, гиганта нужно вызывать все-таки. Противовес. Давай посмотрим. Ну, ну быстрее, блин, ну, гаврики. Тащите, 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 золотишко. Вызываем. Так, сматываемся. Сматываемся, говорю.
Так, великана сейчас с тобой дождемся и выпустим их всех, как говорится, на свободу. Все, великан у меня построился в атаку. Точнее, вот так вот. Ну-ка, давай, родной мой, проучи этого великашу. Блин, бедные мои рабы, как же их... Все, один упал. Один упал, это не страшно. Там, по-моему, сейчас... Ага. Ага, вот он мой родной идет. Смотрите-ка, сейчас он как и тут надает звездюлей. Бабах! Шикарно, очень шикарно. Так, быстренько с тобой еще двух шахтеров сделаем. А что? А, победа! Вы мастер защиты от нападения из засады. Вы гений империи порядка. Ну, битва еще не закончена, да как кто бы сомневался. Опять они свою рекламу сюда суют. Не хочу я ничего здесь приобретать. Ну что, друзья, или великан. Давайте, наверное, великана. Нет, все-таки мага. Все-таки я закончу мага по улучшению, да? Макс Magic Kill. Максимальное магическое убийство, да, получается. И у нас с тобой еще есть одно очко опыта. И я потрачу его вот уже на великана. Вот так вот. Ну, вроде бы готов. Хотя надо было, наверное, все-таки прокачивать базу. Я все никак не угомонюсь. У нас с тобой 30 гемов. Так, оболочки, сундуки. А есть какой-нибудь сундук? Помните, мы с вами бесплатно получали сундук. На этот раз фигушки, да? Выиграйте, чтобы получить звезды. Я пытаюсь выигрывать, друзья мои. Ну, пока, как видите, 50-50. Хорошо и нехорошо в то же время. Ну что, у нас с вами какой-то там следующий уровень. Давайте посмотрим, чем он нас порадует. Это ледяные холмы. Вы нашли лагерь элитных предводителей врага. Уничтожьте статую элиты. Какая еще элита? Какая еще может быть, блин, тут элита, а? Вот объясни мне, пожалуйста, на милость. То есть вы хотите сказать, что противник будет просто супер-пупер имбовый? И я тут своими вшивенькими лучниками, да? И своим вшивеньким гигантом должен буду их разобрать? Я сейчас не удивлюсь, если... Уже! Ого! Ты посмотри, какой он... В какой он броне находится? А не слишком ли быстро вы приготавливаетесь, а? Так, я думаю, слушай, нам здесь поможет гигант. Успеем ли мы накопить на него? Или же все-таки нам призвать мага? Я больше склоняюсь к магу, если честно. Я больше склоняюсь к магу. Но если маг будет прикрыт великаном, то это будет вообще красава, согласись. Давайте, давайте, родные мои. Блин, жалко, нельзя лучше сделать их. Оу! Друзья мои, сматываемся. Бежим, бежим, бежим. Так, а я пока сделаю здесь мага. Смотри, смотри, как они... Ох, прям в прыжке, ой. Ой-ой-ой-ой, там, наверное, еще подкрепление бежит, нет? Пока никого не вижу, друзья. Но базу они мне быстро разносят, ты посмотри. Это элитные войска. Я не удивлюсь, если сейчас еще пойдет здесь великан сразу же. Почему рабы бегут первыми? А то объясни мне, а? Давай, 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 красавцы мои. Смотри, что делает, ашитик из-под тишка бомбит. Маг, давай быстрее. Так, молодец, он бомбит своей магией. Блин, а врагов-то все больше и больше и больше становится. Они все копятся, копятся и копятся. Маг там, бедняга, конечно, пыхтит. Пытается... Че, у меня всего два рудокопа осталось? Да ну. Действительно, всего два рудокопа осталось. Так, раз, два. Ну, давай, наверное, еще двоих вызовем с тобой. Я уже боюсь, что сейчас пойдет великан. Так, этот начинает клепать. Клепать армию послушников. Так, один раб пришел. Сейчас придет второй. И нам нужно с тобой накопить 1350. Блин, это дофигище. Ага, а он армию купит. Причем из обычных пока мечников. Слушай, мы мечников, в принципе, можем с тобой разбирать и лучниками. По большому-то счету. Верно же? По идее, верно. Может быть, мы с тобой даже так и сделаем. Сейчас посмотрим. Либо-либо. Либо я сделаю одного великана. Ох, сейчас будет кровавая битва. Я вот просто уже предчувствую, понимаешь? Солнышко так светит. Прекрасно, да? Где-то горы ледяные. Так, где там у нас? Идет, идет партизан. А мы с тобой потихоньку добываем золото. Слушай, мне кажется, что он великана собирается сделать. Нет, он лучников делает. Ну, тогда и мы с тобой будем делать лучников. О чем мы? Рыжие, что ли, да? Четыре... Добывателя у меня маловато этого.
Слушай, ну то, что вот маг у меня имеет вот эту вот заморозку, да, плюс атаку, это все-таки классно. Так, почти один отряд лучников готов. Он состоит из 4 лукарей. И я, наверное, сделаю все-таки еще одного мага. Хочешь ты этого или нет, но я думаю, что в магах сила. Великан тоже, конечно, будет здоров, но он очень медлительный. То есть он пока там замахнется, пока там это... Ну, ты не забывай, что мы еще делаем с тобой землетрясение. То есть если мы бьем по земле дубиной, да, земля сотрясается и враги падают. Как бы есть небольшое преимущество у нас, потому что мы с тобой приобрели вот такую дубину. Она не самая дорогая, она, по-моему, самая первая, которая продается за гемы. Ну, в прошлой серии ты прекрасно видел, да? Как я ее покупал. Делаем с тобой еще одного мага. То есть будет два мага и, соответственно, будет вот таких вот два отряда послушников у нас. А у него, смотри-ка, копейщик плюс два мечника. Так, еще один копейщик идет. Еще один копейщик идет, но не забывай, что у нас с тобой заканчивается еще и руда, ко всему прочему. Вот если она закончится, будет труба. А у нас всего лишь остается, ну, два рудничка, да? Потому что те уже практически все, на исходе дня. Не хочу я почему-то вызывать копейщиков. Не знаю почему, ребята. Но вот больше хочу, наверное, все-таки призвать еще одного мага. Хотел великана, но подумал и решил все-таки мага. Но не забывай, что маги слабы против лучников. То есть пока маги будут разбираться вот с этой пехотой, да, сзади вот эти вот стрелки будут уничтожать их рьяно. Но тут великан есть. Жалко, что эти маги не могут хилить. То есть они чисто как боевые идут. Если бы они могли хилять, вообще бы цены им не было. Так, то есть мы стоим и они стоят, да, на переправе. Не, они не начинают войну, не мы. Копим армию, у них там что-то по рудникам-то. Но у него, смотри, золотишко-то будет побольше, чем у меня. У меня вот эти два рудника все практически иссохли. Остается только вот два этих. Это печалька, давай еще одного великана с тобой вызовем. Так, он вызвал мага? Не может быть. Да, он призвал мага. Причем с каким-то... Какой-то огненный здесь посох. Смотри, у мага. Если у нас ледяной, да, то у него огненный. Хм. Так, значит, нам с тобой тоже нужно сделать побольше лучников. Раз такая пляска пошла. Может быть, даже и копейщиков. Как думаешь, нападать или нет? Он ведь так будет бесконечно их делать, пока у него не закончатся ресурсы. А у меня они закончатся уже очень быстро и скоро. Или все-таки еще одного великана сделать. Или лучников. Лучников, наверное, все-таки. Будем делать лучников. Угу. Стоят. Так, он еще одного мага призвал, да? То есть у него уже два мага. Блин, я не знаю, ребят, может быть, все-таки уже пора нападать, пока он здесь действительно... Не натворил делов. Поехали. Попытаемся. Что у нас из этого получится, я не знаю. Будем надеяться, все у нас хорошо получится. Так, мы пошли первыми. Как ты видишь, мои лучики. Они, видишь, встали в стойку, щитами прикрылись. Великаны, причем, блин, ну они красавцы у меня, великаны. Смотри, они урон практически не получают. Ой, какой тут разнос-то они им сделали. Господи, там маг бедный за сраку схватился и побежал. Так, сейчас будет подкрепление, я так понимаю, да? Нам главное уничтожить базу ему. Так, ага, вызвал подкрепление. Смотри, тоже вышел великан. Я думаю, что мы магами сейчас ему тут разбомбим всех. Ой-ой-ой-ой-ой, что там творится-то? Так, у меня два великана, до сих пор еще живы все, да? Да, помогают послушники нам. Плюс лучники там издалека еще стреляют. Вон, еще один великан подходит. Опа, он переключился на магов, по-моему, да? Ихний злобный великан переключился на моих магов. Одного заколбасили. Так, тихо. Лучники, вы будете помогать там, а? Смотри, что происходит. Да, мы уничтожили с тобой второго великана. Ууу, слушай, по-моему, сейчас мы выиграем здесь. Осталось совсем немножко здоровья у базы вражеской и... Просто шикарно. Так, это же мой? Нет, это мой. Есть. Ну, согласись, красавцы мы. Красавцы. Ваши враги стоят.
Что там, стянули ресурсы и войска на последний рубеж в темных горах. Будьте осторожны, враг может быть коварным. Коварным, да, говоришь? Ну, если враг коварный, то мы будем еще коварнее, согласись. Значит так. Прокачать, наверное, нам нужно с тобой все-таки великана. Вот, каким он стал крупным. Что он там? Максимальный гигант. Понятно. То есть у него за уровень. Сколько? 3 уровня, да, получается моему? 90%. Ну, давай посмотрим, что у нас тут дальше. Кстати, у нас есть с тобой заклинание. Что он там? Скорость атаки яромечника удваивается на 20 секунд. Мне бы лучше бы вот это что-нибудь, да? Ну, неохота терять, тратить гемы на это все, понимаешь? Я бы лучше бы шмотки какие-нибудь приобрел бы новенькие. Вот это было бы прикольно. Ну что, рискнем своим здоровьем. Слушай, а тут, наверное, дальше будет карта открываться, да? Ведь не может быть это все. Ну, дальше перейдем с тобой. Ой, была не была. У нас прокачанный. Так, финальная битва. Все ваши враги объединились и хотят уничтожить вас за захват их земель. И используйте все технологии, полученные за все время войны. Уничтожьте вражескую статую. В плане последняя битва. Какая еще последняя битва? Подожди, это уже надо рабов-то делать. Смотри, какие у него рабы. Что это у него за эти... за сумки лавовые? Мне кажется... Опа, опа, опачки. Побежит, что ли, ко мне прям вот прямиком? Смотри-ка, серьезно, бежит прям ко мне. И не боится. И не боится? Жук, ты что творишь? Фига ты. Так, я пока тогда сделаю... двух лучников. На всякий случай. Он один, сейчас мне тут еще четверть базы забомбит. Там еще один бежит, да? Ну там мечник, фиг с ним. С мечником, я думаю, лучники мои справятся. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять добывальщиков у меня. Давай, 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 лучники, не даем ему расслабона. Блин, вот это... Да посмотри, они какие-то... Они мощные, у них доспехи прикольные. Так, посмотрим, сколько мы наносим. О, мы можем, наверное, в принципе, его сможем расстрелять, как думаешь? Нет, не получается, ни шиша, придется отступить. Так, еще мечник идет. О, да тут начнется сейчас, блин, раскрамсуха. Так, выходим. Выходим, и нам чуть-чуть с тобой не хватает, чтобы нанять мага. Нанять мага, ты понимаешь, да? Нанимаем мага, и мы с тобой, ну, почти в куражах будем. Блин, сдалека лучник. Так, мои лучники-то будут бомбить? Уничтожили одного раба. Понимаешь, уничтожили. Ну, давай, давай, отлично. Вызвал я мага себе одного. Уже будет небольшой плюсик для нас. Так, и я думаю, что все-таки надо призвать нам великана. Для подстраховки, чтобы он был как каменная глыба. Чтобы все вот эти вот чудики бомбили именно его. А мы уже, как понимаешь, будем... Что? Какого лешего расстреляли их, моих лучников родных? Вызываем их, потому что сейчас могут рабы у меня пострадать. А что послушники-то не бегут? А, мы их... Ха, они отступают. Вот оно что, они отступают, понимаешь ли? Забоялись моего бедного мага. И... Так, у него уже тут армия стоит. Стоит и усами шевелит. Так, сколько у меня добывателей? Раз, два, три, четыре. Четыре, да? Значит, копим с тобой на великана. Хотя... Нет, великан нужен. Великан нужен. Что он там балуется щитом, а? Это финальный бой у нас. А дальше-то что? Что, конец игры, что ли, будет? О, ломанулись. Ты понимаешь, они не испугались, они побежали. Ну ладно, давай посмотрим, кто кого. Так, послужники бегут. Их не жалко, это пушечное мясо. Это призывы, это суммонеры. Так что, друзья мои, на них не стоит особо обращать внимание. Вот, 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 вот. Родной мой подошел, и сейчас все, в принципе. Че такое, не понял. Че? Блин, им что ли... Проучить их надо или что они? Я не пойму, что им не нравится. Блин, у него-то армия. Слушай, а давай мы тогда сделаем так. Раз они надоели просто-напросто, стоят тут и выпендриваются. Не хотят по-нормальному, будем по-плохому. Пускай они там. Сразу, 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 ага.
Что? Ну давай, давай, иди сюда. Иди сюда, лопушок. Мы сейчас твоих рабов тут всех почекаем. А если интересно, мы уничтожим ему рабов. И он без них останется. Что будет? Мак! Сматываемся. Ты дурил или что, блин? Придурок. Просто придурок этот маг. Да. Так, они что? Они нет, не побежали. Почему-то лучники, главное, не были. Сзади меня не прикрывали. Так, мы с тобой отхиливаться будем или нет? Почему-то нет отхила. Бедный маг, блин, а. Не успел убежать. Не успел. Стоял там со своим призывом, что-то делал, делал. Ты видел сам, что получилось. Если, например, нам с тобой сделать 4 отряда из магов, да? 4 отряда. Ну, я имею в виду отряд из магов и отряд из великанов. Я думаю, этого более чем достаточно. Вот единственное, что луки меня напрягают. Луки почему-то стреляют, да, издалека. И мои не реагируют. Я ведь могу великаном сам управлять? По-моему, могу, если я не ошибаюсь. Нет, я не того взял. Бамс, вот как он делает, ты прикинь. А почему-то когда ты, ну, когда за него играет компьютер, он нифига так не делает. Бабах. Так, как там отпустить его? Вот таким вот образом, да? Слушай, они не бегут. Они не бегут, они там что-то ждут. Я тогда еще одного мага призову. Так, у нас с тобой лучников один отряд. Надо сделать второй полноценный. То есть это еще двух лучников нужно сделать, да? И как минимум трех или даже четырех великанов. Ты прекрасно видел, да, что они переключаются в первую очередь на великанов. Великан их бомбит, раскидывает в разные стороны. Они там падают, кривляются. И мои маги в этот момент вызывают вот этих вот прислужников, которые на них нападают, пока они там валяются и корежат из себя боль. Так, он в мага сделал уже. Второго мага. Лучники. Так, у нас ресурсы с тобой заканчиваются. Как ты видишь. Ну что, призываем еще, наверное, одного мага. И будет четверо их. Ну, также нужно и великанов столько же. Да у него, в принципе, тоже с рудой здесь не особо хорошо. Но согласись, что по броне он все-таки сильнее будет. Это явно видно. У него какая-то огненная или лавовая броня. Я не знаю, как ее назвать даже. Ну, мне кажется, в разы лучше. Потому что у меня лучники, ну, с какими-то там колчанами. У него, кстати... Оу! Он даже не побоялся, ты прикинь? Почему он не побоялся? А напал на меня. Это очень интересно. Можно я великана возьму под свой контроль? Можно. Великан, пошли. Так, я понял, почему он не побоялся, ребята. Потому что он тоже призвал великана. Ой-ой-ой, тут тоже маги у него. Так, мы пока побеждаем. Как меня бесит лукарь, а. Все, он дрейфанул. Он дрейфанул. Кстати, этот, наверное, самый хороший момент напасть на них. Самый хороший момент на них напасть. Маги, как же вы меня раздражаете вот именно тем, что вы начинаете призывать свою армию. Давай, 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 рабов этих клепаем. Естественно, начинает атаковать одного голема, мне кажется, голема. Великана мало, надо было, наверное, еще одного сделать. Они его в первую очередь сейчас забомбят. Естественно, он будет вызывать подкрепление, рано или поздно. Рано или поздно он будет вызывать подкрепление. Вот, враг вызвал подкрепление. И вот сейчас самая жестокая битва будет. Тут же и рабы. То есть это всю свою армию, да, которую он копил, он ее призвал в одну секунду. Великан, ты не отвлекайся, ты бомби. Сзади, видишь, великан стоит. Что ты делаешь-то, дурила ты деревянная? Ты посмотри, кто сзади стоит. По-моему, наша победа, ребята. Наша победа, да. Хе-хе, ой. А там кто, Стикман, что ли, стоит? Что это? В плане. Что он делает-то, эй? Что произошло? Ух! Да ну хорош, ты чё? Мы должны еще и вот этого победить. Эй! Твою же маковку! Я такому не был готов.
просто не был к такому готов, понимаешь? Смотри, что он творит. Да почему прислужников-то не вызываете, дурики? О-о-о-о. И это он сейчас придет ко мне на базу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня там хоть кто-нибудь есть? У меня есть... Да почему всего три-то? Друзья мои, по-моему, мы доигрались. Я могу только одно сделать. Это отступить. И что? Че он там твор... Ничего себе он выпендривает. Оу, нет. Ну я серьезно говорю, я не был к этому готов, друзья мои. Ну! Ну добейте вы его, там осталось у него. У него дофига, он мне уничтожил базу. Вы должны использовать все, чему вы научились ранее. Управляйте отдельными войсками, наносите бонусный урон, а также используйте такие улучшения. Слушай, а тебе не кажется, что это борзота просто-напросто? А? Что это борзость? Что это такое? Не надо мне никаких копьеметов. Он непрерывно посылает залп стрел в течение 5 секунд. Всему, что тебя научили. Меня тут научили. Только как я тут должен, извини меня, выиграть? Блин, горелый. Так, 20 гемов. Это я получу за рекламу. А сколько мне нужно, например, вот это что дает? Остальная часть своего здоровья защищается мощным лазером в течение 20 секунд. Трындец. Короче, ребят, переигрываем, да, с вами? Офигеть, блин. Переигрываем, короче, и делаем больше великанов. И магов тоже. И великанов, и магов. Лучники, я так понял, ну... просто пасуют, на самом деле. Можно, конечно, вот это вот все-таки прикупить. Наверное, да? Или мечников. Так, этот хохломон побежит на меня, да? Я помню, что он бежит. Так, мы сейчас с тобой сделаем... хитрый ход. Успеем, интересно, или нет? Успеем. Так, прячемся, прячемся, родные мои, прячемся. Потом дособирайте свои ресурсы эти. Нам нужно уничтожить вот этого хламона. Да давайте быстрее вы его уничтожайте. Господи, ну что, что вы на него любуетесь-то? Сейчас же там еще подкрепление прибежит. Все, по-моему, пора выходить из сумрака. Да, идут голодранцы. Так, давай. Пускай он там переключается на моих рабов, а мы в этот момент будем ему... А чё один-то лучше? Вот второй появился, наконец-то. Давай-давай-давай, родные мои, давай. Уничтожаем, уничтожаем. Да блин, не... Чё опять не так пошло все, а? По-моему, пора вызвать мечника, в конце концов. Он достал меня уже. Мечник, давай, выручай. Выручай карта, ё-моё. Блин, всю армию почти растеряли с тобой. Еще один этот гладиатор бежит, блин, а? Блин, ну мы должны уничтожить его. Должны, обязаны, понимаешь? Да, обязаны просто. Он посылает и посылает. Посылает и посылает свою армию, а? Ху. Так, копим ресурсы. Блин, я буду до последнего копить ресурсы, если честно. Вот пока вот они тут не закончатся. Я тут настрою себе сейчас армию, блин. Нифига там такой гигантус вышел, обрадовал меня. Зашибись. Просто я опупел. Серьезно тебе говорю, я просто офонарел. Я не ожидал такого, блин, подвоха. Просто гигант. У него, видишь, вот эта статуя, в ней замурованный гигант. Опа, опа, смотри-ка. Бегут ко мне. И не боятся, главное, что... Не бояться. Так. Давай, давай, вон того лучника, пожалуйста, уничтожайте. Изи. Да что же мои такие лучники слабые-то? Трындец, всех лукарей почти побомбили. Ну, сейчас я вызову мага, они допляшутся у меня здесь. Маг, выходи. Ты мне здесь нужен, как мана небесная, просто-напросто. Так, пока эти олхи бегут, это нормуль. А вот когда побегут гладиаторы, вот это будет уже хуже, согласись. Ой, гладиаторы эти.
Как, ну да, да. Копейщики, гладиаторы, можно и так назвать. Так, если я вызову, например, одного копейщика, он же вроде бы как бы держит, да, уроны издалека, на расстоянии, прикрывается щитами. Давай, давай, маг, призывай, как говорится, подкрепление. Будем с тобой тут строить армию. Кидри и Нефени. И это не дело. Он меня просто разозлил вот из-под тишка, что он там сделал. Это жесть, конечно, было. Такой гигантус вызвался. Еще в середине битвы, когда у меня армии уже не осталось. О-о-о, бегут голодранцы. А как он говорил? Деритесь по отдельности. Вот это что такое? Что это вот за магия? Например, мне непонятно, что это за магия. Не знаю. Так, он, по-моему, да, не стал нападать. Он отступил. Так, ну ладно, мы с тобой ведем добычу. Ведем с тобой добычу и призываем еще одного мага. Я сижу и думаю, может быть, все-таки маловато будет одного отряда из магов. Может быть, сделать два и... Одного гиганта, конечно, я зря туда отпустил. Надо было троих, а лучше в идеале вообще четверо гигантов. Вот это было бы прикольно. Они бы один за другим делали бы удары, наносили бы, да? И было бы вообще великолепно. Но мы с тобой ограничены по ресурсам, понимаешь? Ресурсы уже заканчиваются практически. Сейчас мы с тобой вызовем гиганта одного, первого. Так, ну давайте, давайте, ребята мои, добывайте, добывайте быстрее золотишко. Всего лишь нужно еще 40 голдишки. Так, вот, несут партию голды. Мы делаем с тобой первого нашего великана. Одного из четырех. Так, денежки копятся. Давайте еще столько же, и будет хорошо, и будет нам счастье. Гигант. Тот чувак, да, в два раза больше нашего. Еще в каком-то там шлеме. В офигенном шоу. Но гигант, я все-таки смотрю, ребята, против лучников слабоват. Он очень медленный, его лукари издалека бомбят. И это вот расстраивает меня больше всего. Так, вызов... Ох! А они уже пришли. Бумс. Давай, так, бум, еще разочек. Отлично. Почему мой гигант не... О! Понял, как мы умеем? Кил. Давай-ка я... Нате вам! Я отважный гигант, я иду в бой. Бабах! На! На изер... Тихо, подожди, 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 куда ты? Родной, куда ты собрался? Вообще прикольно. Я могу одним гигантом разруливать ситуацию. На! Всех уничтожу. Ой. Теперь пора уходить. Вызываем с тобой гиганта. Пускай он подходит сюда к нам, а мы его здесь тепло встретим, так сказать. Давай. Окей, погнали. Что? Куда побежал-то? Damage from begin. Ну... Дидиш. Это я только одним гигантом до сих пор дерусь. Так, оглушение. Оглушение, говорю, бомби ногой. Топни. Вот так вот. Хе-хе-хе. Ну, а почему я перестал ходить? Это я вообще хоть управляю. По-моему, я, да, ребята, я управляю. Так, что у меня? Так, хорош, отменяем. Копать или копают? Копают. Давай еще одного великана возьмем. Сколько у нас вообще великанов-то? Три, да? Три великана. Да, горе-то он сейчас хапнул не кисло. Так, значит, у нас с тобой раз, два, три. Четвертый, да, это идет? Четыре великана. Теперь нужно нам с тобой делать лучников. Нет, магов. Магов. Блин, а последний этот кусок золота у нас с тобой. Да. Стоит призадуматься. У него, кстати, тоже не очень много золота. Ха-ха. Так.
Ну что, как говорится, кто кого. Вызываем с тобой магов, наверное, да? Вызовем еще одного мага. Так, он там тоже тут клепает. Мне кажется, лучше всего драться на моей территории, чем к нему туда суваться. Да? Хотя, кто его знает, как тут лучше. Попробуем. Попробуем еще накопить на одного мага. Раз, два, три. Так, четвертый маг идет. Или же лучники. Или даже мечники. Или же даже копейщики. Вызовем с тобой копейщика. Пару штук. Или же все-таки еще одного гиганта. Блин, у него нет гигантов. Но не забывай, что они пойдут чуть позже. Видишь, тут такое затмение у нас идет. Оказывается, затмение. Последнее золото мы с тобой добываем. И я все-таки, наверное, призову еще одного великана. Ну, лучники хороши против магов вражеских. Короче, вызываю еще одного великана. А что с игрой? Почему повисло? Эй, ну так нечестно! Друзья мои, вы не поверите, у меня взяла и вылетела игра. Ты представляешь? И мне придется, видимо, все заново. Офигеть. Вот это меня подкололи. Строил, да, армию, отбивался. И она взяла просто и вылетела. Лучше, блин, не придумаешь. Обалдеть. Ладно, зато теперь я сделаю все точно и все правильно. Значит так, нам с тобой нужны будут, наверное, не лучники, а все-таки копейщики в первую очередь. Будем здесь атаковать, точнее отбиваться с помощью копейщиков. Там я знаю, что уже бежит. Мои как раз несут золотишко. Так. Опа, я вызываю. Пока мы с тобой отступим. Мы с тобой пока отступим, и я еще могу, ну да, вызвать лучника. Сейчас все это дело сделается, и мы с тобой будем атаковать. Заодно и проверим, чей гладиатор лучше. Не вижу. Блин, не видно по здоровью. Он моих рабов уничтожает, понимаешь? Ему удобно бить моих рабов. С прыжка каратист фигов прибежал здесь. Так, ну, сколько у меня? Всего два раба осталось. Эй, так дело не пойдет. Но непонятно, там, видишь, у меня лучник помогает. Поэтому как-то не определить, кто лучше, кто сильнее. Но в любом случае, наверное, надо будет сделать еще одного копейщика. Блин, еще одного копейщика, блин. Попробую успеть сделать его. Мои же там хламоны еле-еле добывают. Так, делаем. Пока отбиваемся. Видишь, лучник что делает? Из-под тишка. Дай-ка я возьму лучника. И пойду. А, лучник ничего не может делать, да? Да, фиговенько. Ну что там у нас происходит-то? Два копейщика, да? Блин, да, а почему игра вылетела? С какого вдруг, блин, перепуга? Вот я заметил, в некоторых играх такое бывает, когда что-нибудь там получается у тебя хорошо, идеально, да? Игра бац и вылетает, или какая-нибудь ошибка, или еще что-нибудь там. Вот постоянно такая фигня. Может быть, она не справилась с количеством армии, которую я поставил. Даже не знаю, о чем думать. Знаешь, он уже там армию наклепал, и нам с тобой предстоит пережить опять эту же самую волну, которая будет. Потом успеть все это отстроить опять. Жалко, нету скорости у нас с тобой, да? На отстройку всего этого. Да. Бедный лучник мой погиб. Давайте, давайте, родные мои, бомбим. Сейчас вызовем мага. И пойдут дела наши в гору. Но... Эй, куда вы побежали? Отходим, отходим. Трус. Блин, смотри, что сделал, а. Накопил немножко армии и ломанулся на меня. В наглую, опять же. Эти лучники из-под тишка, а, как же они меня раздражают. Как меня раздражают эти лучники, господи. Давай тоже вызывать лучников. Че, сразу, вот сразу же в кусты. О. Маг, ты бей магии, правильно? Вот магии нужно бомбить, они просто там что-то призывают. Лучше бы ты бомбил магии. Правда, там, по-моему, откат довольно жесткий. Так, два копейщика плюс маг. Фигня, на самом деле, это все. Не армия у нас пока в данный момент.
Жалко, здесь нельзя отправить, например, отдельно лучников, да? Я бы так отправил, чтобы они издалека просто хотя бы рабов уничтожали. Было бы прикольно. Нет, тут отправляешь целиком всю армию. Опять у меня 3 раба всего. С какого перепуга-то? Когда их убивают? Когда они умудряются влезть в драку? Или это лучники паршивцы опять там шалили? Скорее всего. Блин, такая была прекрасная у меня армия, да? Магов. 4 великана, блин. Иди и топчи вражину. Нет. Вылет игры и все тебе. Все пофигачили мне, а? Так, ну что, вызываем с тобой еще тогда одного мага, да? У нас как раз хватает финансов. В общем, сделаем как раньше, да? Сделаем 4 мага и 4 великана, блин. Хотелось бы сделать, но успеем ли мы с вами? Слушай, я думаю, успеем. Но это еще не та атака, да, массовая, которая была у нас в той битве. Так, а ничего там, ага, ага. Блин, ну, корежат они, конечно, мои войска очень сильно, очень сильно. Тут ничего не скажешь. Посмотри, что делают, а, издалека. Блин, пора, наверное, атаковать их, блин, достали они уже. Втихаря там бомбят, уже достали. Давай, давай, лучников, ой-ой-ой-ой. Ну? Так, вызовем великана, ага. Что, сразу пожанулись? Так, отступаем. Хорошо, что мои маги не успели туда подойти. Как бы мы их с тобой сохранили. Подожди, куда вы убегаете-то? Я вам сказал просто здесь стоять. Так, ну что, 2 мага, этот отжиматься стал, и 1 великан. 1 великан, это, конечно, плохо. Нам нужно 2 великана. Одного я возьму под контроль и буду как в том бою разруливать здесь ситуацию. Просто атаковать им одним. Сколько у меня? 4, да? 4 добывателя. Так, смотри. Сейчас еще партию сдадут. И нам не хватает. Не хватает все равно маленечко на еще одного великана. Великанов надо больше делать. Это действительно зловещая единица, которая сбивает врагов с ног. И мои лучники, и мои войска начинают уже там веселиться. Так, переключаемся и погнали. Оба. Теперь атака. Я еще одного великана вызываю. Так, пускай то, что идут послушники, это нормально, ребят. Так и должно быть. Лучше пускай уничтожает послушников, чем, извини меня, мою реальную армию. А реальная армия, ты сам понимаешь, да? Это юниты, которые стоят деньги. А эти, что их призывают, это ерунда. На! Слушай, эти маги заколебали. На тебе. Бомбануть его надо. Надо его добить. Ах, чуть-чуть не дотянулся. Ладно. Еще вызовем великана. Пускай только сунутся. Пускай только сунутся. Сразу получат свое. Так, ну-ка, давай-ка отключимся и глянем, что у нас там. Армия фигня у него на самом деле. Так, у нас уже 3 великана, да? Еще одного с тобой сделаем, 4-го. И будем делать еще 2 магов. Жалко, здесь нельзя время ускорить. Я бы время ускорил бы, чтобы это как-то побыстрее все шло. Так, а у меня что? Опять 3 копателя всего ли? А нет, нет, не увидел просто. Спрятался там. И надо контролировать постоянно вот эту вот волну. 2 мага. Ну, маги у него какие-то слабенькие. Может быть, потому что против великана они слабые? Непонятно. Ой, я же хотел магов, ё-моё, я еще одного великана заказал. Блин. Можно отменить. Да что ты. Давай-давай-давай-давай-давай, снимем. Бум-бум-бум, шикарно. Так, дай-ка мне под контроль какого-нибудь великана. Великана, говорю, дайте под контроль, блин. Это не то, по-моему, да, все. Дудуш. Так, а где мои... У меня лучников, что ли, нету? Не могу понять. Где мои лучники, я спрашиваю? Блин, сейчас великана забомбят. Так, сделаем лук с тобой тогда. Так, отходим. Сейчас бомбанет в спину мне. Давай, пускай подходит сюда. Мы его сейчас тут расколбасим. Идеально. Так, я отойду, наверное, сюда, назад, маленечко.
Пускай он тут стоит. Нифига, эти чушки уже идут ко мне. Прикинь, они уже ко мне идут золото мое тырить. Борзота, однако, я тебе скажу. А чем они стоят, не это? Стоят, что-то любуются, тут вражина рядом. Эй, ты что, дурик? Не понимаю я, что он стоит, ничего никто не делает. Что за параша-то? Ну-ка давай с тобой. Сколько у меня великанов-то, я не могу понять. Один покоцан, ну практически там удар и все, он упадет. Лучников, так, два отряда, да? Смотри, они ко мне идут уже золото тырить. Это вообще борзость просто. У них один, у них всего лишь один этот остался, рудничок. А у меня, извини меня, еще два. Причем один вообще нулевый. Слушай, неплохо я их тут покоцал-то получается. Вообще великолепно. Так, нам нужен еще один маг с тобой. Я хотел 4 штуки, да, сделать? 4 штуки я хотел сделать. Смотрите, они бедные, страдают, им идти некуда, там уже все на исходе. Пойду, говорит, на смерть. К Рэю зайду, может быть, удастся украсть монетку. Фиг тебе, никакой монетки. Сейчас мои лучники тебя приговорят к мучительной смерти. Вот и все, только сумочка. Жалко, сумку нельзя забрать. Его, да? Так, отлично, а мои копают потихоньку, живем. По-моему, у меня всего лишь 2 копателя осталось. Так, слушай, я с армией-то здесь уже, ребят, напряжен. Немножечко напряжен в плане того, что много кого уже построить не смогу. А у него все, у него иссякают запасы. То есть он мне проигрывает. Будем честны, он мне проигрывает. Так, маг. Тинь-тинь-тинь-тинь, готов. Ну что? Нам нужно уничтожить этого супергигантского великана. Я хочу подготовиться основательно. Потому что не забывай, что мы пойдем на его базу, он вызовет подкрепление свое. После этого подкрепления будет очень много жертв. И после того, как мы уничтожим вот эту статую, пойдет вот этот гигантский великан. Супер-пуперский какой-то там, я бы сказал, великан. Так, ну что, четвертый маг у меня подоспел. И давай, наверное, вот взамен вот этого, который у нас покоцанный, мы с тобой еще вызовем одного великана. Потому что, ну, этот вообще не жилец. В него расплюнуть, он рассыпется. А мне нужна твердая и стабильная армия, которая не пасанет ни перед кем и ни перед чем. Так что мы сейчас с тобой докопаем золотишко. Я еще, наверное, одного работягу призову. Даже еще, нет, больше нельзя. Потому что у меня уже лимит. Ну, видишь, бедняга идет с поклоном ко мне. Ну, мы беспощадны. Я не прощу им первого. Лишь бы еще игра не вылетела. Вот что я хочу, что не дай боже она вылетит, глюканет или еще что-нибудь в этом роде. Ну что, нам остается немножечко совсем, да, совсем капельку. 1350 стоит великан, у нас с тобой уже 1145 голды. Буквально каждый по мешочку отнесет и все. Так, чуть-чуть, буквально 25 монет не хватает. Несут. Ну что, делаем с тобой великана. И, наверное, думаю, мы будем с тобой нападать. Все, у него иссякли, друзья мои, просто иссякли рудники, и они все идут. Нет, там еще что-то хочет добыть. Вдвоем что-то там добывает, но мы, естественно, их уничтожим. А у меня еще запасы офигенные. Его просто волей-неволей сейчас заставит жизнь бежать ко мне. Угу. Чтобы добывать золото. Ну, ты сам понимаешь, что ничего им здесь не светит. Вот, еще один пошел. Тот вообще стоит в унынии, видишь. Слушай, откуда у него столько рабов? Он последние деньги тратит на своих рабов, что ли? Тоже грустный. Или раб собирается идти на меня в атаку своей авоськой? Нет, парень, так это не делается. Так у тебя ничего не получится. Ух, какая армия. Нет, я все-таки думаю, наверное, еще надо сделать одного мага. Упс, а у меня лимит, друзья мои. А у меня лимит, ну что тогда? Хочешь ты, не хочешь, а надо нападать. Я, кстати, могу, знаешь, что сделать? Немножко хитро. Вот возьму я с тобой великана, да? И просто пойду на разведочку. Бумс. Да, великан что-то как-то хило. Он раба этого бомбит по 3 часа. Посмотри.
В отличие от лучника-то, да? Ну-ка, пойдем. И этого с тобой шваркнем. По-моему, вот эта вот фигня работает только лишь... Прикинь, я прям в наглую. Бам! Бумс! Офигеть! Ну, хоть немножко их тут помурыжу. У меня деньги есть, я построю себе еще нового великана. Ты понимаешь, да, о чем я? И к чему я? О, друзья мои. Пибиш! Возможно, да, погибнет у меня великан. Но я ему сколько покромсал. Не меньше, согласись. Так, что-то у него, по-моему, с финансами не все так плохо, как я думал, да? Смотри, лучник еще пришел на замену. Ну что, в атаку, друзья мои? Да? Сейчас великан дождемся и пойдем уже в атаку. Хорош любоваться. Я думаю, что мы справимся здесь. Поехали. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что сейчас будет, друзья мои? Что сейчас будет? И рабы мои пошли почему-то. Зачем вы-то идете сюда? Смотри, смотри, смотри. Испугались. Ну, естественно, испугались. Давай, давай вот этого мага в спину. Сейчас подкрепление, да, свое вызовет. Фиг с ним. С этим подкреплением. Нам главное уничтожить базу. Так, вызвал подкрепление. А, тут же еще и эти будут великаны. Я и про них и забыл. Ладно. Так, 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 так. Один у меня уже, а, ну это, наверное, который был самый слабый, да? Так, деньги есть, вызываем с тобой подкрепление. Незамедлительно, друзья мои. Так, готовимся. Вот он, этот супергигант. Вот то, что плохо, что они все в кучу тут стоят. Бамс, офигеть, что он тут творит. А что, у меня все великаны, что ли, дуплились, или что? Они же живы. Куда они пошли-то? А, мы уничтожили статую. Вот он откуда выходит. Я что-то думал, что он из статуи. Нет, ничего подобного, друзья мои. Так, сколько там здоровья? Я не вижу. Я не вижу, сколько у него ХП. Ты видишь? Я вижу здоровье моих гигантов. Мои лучники стреляют там. От души работают. Маги просто великолепно себя ведут. Смотри, великаны там отбил. Оу, еще один великан идет у меня. Красавчик. Смотри, сколько у него ХП осталось. Или это у моих? А, это у моих было, да? Ёпрсты, у него еще здоровье тут. Блин, неужели я опять сфейлюсь? Да ну. Все почему-то именно этим грозит. Маги, вот куда вы подходите? Вот объясните мне, ну куда вы, блин, подходите? Слушай, ну у него здоровья не так много осталось. Я все хочу вызвать этого великана. Все, забомбили. Лучники остаются. Отходим. Отходим, друзья мои. Надо отбежать на безопасное расстояние и пару разиков выстрелить. Отходим. Нет, 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 не достал. Бомбим. О, великаша мне на помощь пришел. Великан, выручай. Да ладно. Мы завалили этого гаденыша. Что? Тап-тап? Вау! Прям как спартанец появился. В лобешник ему копьем. Правильно, молодец, красавчик. Уважуха и респект. Да неужели прошли? Да, друзья мои, я прошел и получаю нифига себе. 500 гемов, 570 гемов у меня. Поздравляю тебя. Ребята, а в чем прикол? Игра вот такая вот была коротенькая на самом деле, да? Вот оно что. Ну что же, я поздравляю нас всех с прохождением этой игры. Я думал на самом деле, что она будет как-то дольше, длиннее, но раз уж так, ничего не поделаешь. Ну что же, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!